Всем привет! Приехала очередная посылка. Здесь, как всегда, много интересного будет. Сегодня у нас тут 122 килограмма, 12 мест. Здесь будет предколес 2 в 1. Уже много раз его заказывали ручной. И много еще чего. Короче, по порядку, чтобы не затягивать. В первую очередь, наверное, открою предколес, потому что он много места занимает. Полностью доставать не буду. Я уже неоднократно показывал. Это вот такой предколес. Он ручной. И в то же время сюда можно установить вот это место болгарку. И таким образом работать с болгаркой. И также можно сюда подключить водяное охлаждение. Болгарка для чего? Чтобы зарезать под 45, заусовку делать, так сказать. Вот. А если обычно, просто можно в ручном режиме. Вот они на направляющих, она ездит. Вот здесь документация, необходимые аксессуары. И шланг, чтобы подключить. Единственное, здесь нет насоса. Это все отдельно приобретается. Так же, как и болгарка. А то мне некоторые спрашивают, типа, предколес идет с болгаркой? Нет, ребята, он идет без болгарки. Болгарка на фотографии показана для того, что ее можно сюда установить. То есть, для информации она так показана. На канале у меня есть видео про этот предколес от продавца. Можно посмотреть, как он работает. Вещь очень классная, сделана очень качественно. Здесь есть лазер. Вон он стоит, если видно. Лазер. Он даже работает. Батарейка там уже есть. Вот. То есть заказывали уже неоднократно. Уже, наверное, с десяток клиентов разных заказывали его. Длина там от 800 до 1200. Очень классно, очень все качественно сделано. Поэтому, кто заинтересован, кто смотрит в сторону таких предколезов, рекомендую. Не пожалеете. Очередная эбоксидная затирка. Целый комплект. Кто постоянно смотрит мои видео, уже знает прекрасно. Я отдельно снимал несколько роликов. Что это такое, как это выглядит и что это самый лучший вариант, самая лучшая затирка, которая может быть на данный момент. Это настоящая эбоксидная затирка с разными цветами. Там цветов около 20 всевозможных, от белых до синего и коричневого. И один раз сделал и забыл. То есть именно вот ее ключевая фраза, да, сделал и забыл. То есть она не боится ни грибка, ни грязи, ни плесени, вообще ничего. То есть засыхает так, что ты ее потом не откорнешь ничем. Вот, и здесь это один клиент заказывал, тут два разных цвета. И мне их прислали, как обычно, почему-то, я не знаю, уже второй раз так, в два раза больше, чем заказывали. То есть заказали по 4 тубуса, а прислали по 8 тубусов. Ну, соответственно, пистолет, который от него двойной. И тут еще одна есть фишка, которую вот я себе купил попробовать. Также я делал видео про СВП. Кто занимается плиткой, знает, что такое СВП, да? Они, так понимаю, в этой коробке. Но это СВП нового поколения. Они многоразовые. Да еще и с уровнем. Как это выглядит? То есть берется вот такая вот металлическая штука. Я так понимаю, как-то она вот так одевается. Вставили в плитку, да? Вот как тут показано.
Шов в плитке вставили. Затянули. Ну, таким образом. Раз. Вставили. Вот этой частью. Она маленькая, узенькая. Затянул. Выровнял. Плитка выровнялась. И потом, когда плитка высохла, клей, просто откручиваешь, поворачиваешь и вытаскиваешь. И таким образом вот эти не нужно сбивать, не нужно их расходовать в больших количествах, как вот есть также из двух компонентов. Здесь, кстати, или в следующей посылке будет такой комплект СВПшек. Вот, там остается только верхняя часть, а нижняя, которая вниз вставляется, она, то есть, остается там навсегда, ее просто сбиваешь и все, пластмасску. А здесь нет, просто раскрутил и вытащил. Вообще охрененно придумали, да? Плюс ко всему, здесь еще уровень, так, чтобы, когда половая плитка, да, ты будешь уже по уровню смотреть, ровно у тебя лежит плитка или нет. Вот до чего додумались. На стену уже не пойдет такой вариант, а на пол очень даже. И вот я такой комплект взял, 50 штук здесь, кажется, на набор. Они есть без уровней обычные, они подешевле чуть стоят, чуть по-другому выглядят. Вот, и здесь еще специальный ключ такой, чтобы затягивать. Вот он. Видите, все как классно здесь устроено. Вот эти штуки не знаю для чего. Они тоже для каких-то целей нужны. Ну, когда буду делать еще плитку, буду разбираться и сделаю подробный обзор. А так, такие вещи, в принципе, можно заказать. Если кто-то уже видел, где-то там на просторах интернета. Меня, кстати, спрашивал один товарищ под моим роликом, кажется, по поводу таких СВПшек. Типа, можно такие заказать? Вот, я их ни разу как бы не видел, не сталкивался, да? Я не плиточник. Я один раз купил себе, им не хватило. Вот, и посмотрел, а там их полно. Я потом сравнил цены. По той ссылке, что он мне дал, на какой-то там сайт на Украине, кажется. Короче, в Китае в 3 раза дешевле получается. С учетом доставки будет заказать. Потому что все, что новое, всегда стоит денег, дорого. Люди об этом как бы не знают, да? Поэтому ценник накручивают. А по факту все это в Китае продается, все это делается и стоит вполне адекватных денег. Так, ну это машинка шлифовальная. Тоже неоднократно я его показывал. Я также делал про нее обзор. У меня такая же она. Я шлифовал стены свои. Вот. Здесь комплект и 100 дисков, кажется. Но здесь все стандартно. Эту шлифмашинку можно использовать, в принципе, без пылесоса. Здесь есть крыльчатка, которая засасывает пыль. Но лучше все равно с пылесосом. И вот и по этому шлангу пыль идет в мешок. Потому что через мешок все равно мелкая пыль, она проходит и выходит наружу. То есть она разлетается. Для этого все равно используют лучше пылесос. Я когда делал обзор, показывал об этом и подробно все рассказывал. Также такой же фирмы я покупал себе миксер, когда делал стяжку и стены штукатурил. Именно мешал все миксером. Это же фирма, вообще отличный инструмент. И этих шлифмашинок уже заказано было, и миксеров тоже не один десяток. Так, а это мое приобретение. Я купил себе слайсер. Ну, или ломтирезка. По-другому. Кто не знает, что такое слайсер. Вот как он выглядит. Они, в принципе, все выглядят одинаково. Вот. Нож довольно-таки острый. И регулировка здесь глубины. Ну, все как обычно. То есть они, принцип у них у всех одинаковый абсолютно. Только разница
цене, в производительность. В магазинах, наверное, видели, профессиональные стоят. Они более дорогие, там они более мощные. Это для дома такой вот простенький вариант. Очень мне понравилось. Брат купил себе там небольшой бошевский. И что-то мне загорелось. Люблю, когда все нарезано тоненько. Там сыр, колбаска. Тут еще что-то есть. А, запасной нож. Тут даже запасной нож есть. Обычный. Это обычный нож. А тут такой вот фигурный срез. Ну, это теплые полы электрические. Их также неоднократно уже заказывали. Здесь два комплекта. На две группы и на 16 групп, кажется. Насколько я помню. Вот он весь. Ну, полностью их не буду вставать. Дополнительные такие клипсы, которые крепятся, ну, к полу, к утеплителю, такие скобы. Должны еще где-то быть эти. Наверное, в другом ящике. Релюшки. Я такие полы делал себе для утепления коробки входной двери, чтобы дверь не промерзала. И уже вот сколько, наверное, две зимы я прозимовал. Вообще идеально. А до этого дверь промерзала, что я только не делал. Она все равно промерзает. И так сильно промерзала, что даже замок не мог открыть. Вот. Потом я искал очень много информации, как можно сделать. Ну и вариантов много. Либо вторую дверь. Я даже вторую дверь ставил. Она все равно промерзает. Потому что на улице минус, в доме плюс. И она в любом случае будет промерзать. Либо тамбур делать. И потом случайно наткнулся на информацию о том, что утепляют коробку именно посредством вот такого, как теплый пол. Он есть метражом. Этот уже как бы сделан группами, да? А есть можно купить метражом. Вот, я купил именно метражом, или там одну группу, не помню. Вот. И сделал два контура. Подробное видео об этом тоже снимал. И все. И проблема решилась. Поэтому теплый пол используют не только для того, чтобы греть и нагревать пол, но и для других целей можно использовать. Так, это шланг для мини-мойки Works. Почему-то отдельно он. Как-то что-то непонятно. Обычно всегда в комплекте. Но буду смотреть, что там дальше у нас идет. Также много инструментов будет Works. И, кстати, мне еще, наверное, кажется, прислали этот. Еще один подарок, ящик. Так, ну это фильтр на 5000 литров. И вот он вот такой большой. Я не знаю почему, но стали делать. Ну, тут вся расходка, фильтр такой вот, всякие аксессуары, все как положено. Но вот я себе когда покупал, видео снимал, у меня на 3500 литров, да? Он покороче, но толще, а здесь наоборот, он длинный и узкий. Также тут будет запасной картридж. Это заказывали в частный дом тоже. На весь дом, чтобы был очистка воды. Это самый классный фильтр. Уже неоднократно об этом говорил. В том плане, что, во-первых, он ставится на весь дом. Он полностью очищает и чистит очень качественно воду. Я даже отдельно как-то снимал видео. У меня не было воды. То есть была авария. На насос меняли. И потом пошла просто черная грязная вода. Земляная. Просто черная.
Я об этом снимал видео и показывал, что на входе у меня колба картридж с грубой очисткой стоит прозрачный, и там все прекрасно видно. Вот я открываю, да, черная вода идет. Открываю кран, чистейшая, как слеза. Это показатель того, как он хорошо чистит. Здесь очень классный фильтр в виде лапши. То есть он мало того, что очищает воду, он еще и промывается. Здесь три входа, то есть вход, выход и промывка. С одной стороны входит, отсюда идет на потребитель, а с этой стороны уже идет на промывку, можно поставить. То есть как китайцы делают, допустим, это идет на питьевую воду, да, а то они ставят на кран, да, где там посуду помыть, да, или еще куда-то. Вот. Таким образом, фильтр постоянно самоочищается. Если есть какая-то грязь, она выходит из того крана, где там для черных нужд, не для питья вода, да? У меня также сделано. Я просто вывел фильтр, который на промывку. Просто отдельно кран сделал. Выход на улицу, чтобы там машину помыть, еще что-то. Шланг подсоединил, там быстросъем поставил и все. И мне 3,5 литра хватает очень хорошо. Вот. Единственное, что вы видите, он какой-то большой, да? Потому что 5000 литров это довольно-таки серьезно. Плюс ко всему прочему, он такой вот, за счет того, что он узкий, точнее тоньше, он длиннее получается. Также тут будет фильтр запасной для него, естественно. Потому что фильтр запасной всегда должен быть. Чтобы его не ждать, если что, месяц из Китая. Хотя этого фильтра хватит на несколько лет. Это, ну, смотря еще какая вода. Но я думаю, хватит очень надолго. Плюс запасной, ну, то есть, можно лет на 5-10 забыть вообще про фильтра. Естественно, перед таким фильтром нужно ставить фильтр грубой очистки. Обычную колбу там с обычным картриджем, чтобы он останавливал грязь такую крупную. Так, ну а здесь картридж. Я вам сейчас просто покажу, как это выглядит. То есть пакет запаян. Вот видите, такая вот лапша. Вот через эти маленькие-маленькие отверстия проходит вода. А с другой стороны она выходит на промывку, промывается, да? А вот отсюда, вот они отверстия, вода уже выходит чистая, то есть вода проходит сквозь вот эти волокна. За счет этого достигается максимальная степень очистки. Там 0,01 микрон. Представляете, да? И вода всегда у вас будет чистая, хорошая и качественная. Так, это у нас гравер. Я себе подобный покупал. Мотор, двигатель, педаль, гибкий вал, на которого надеваются вот такие вот насадки всевозможные. Вот она. Под быстросъем здесь вот так одел сюда под обычный патрон.
И они есть до 4 и до 6 миллиметров можно сверло поставить. Либо фрезу, либо еще что-то, шарошки. Главное, чтобы пошло по посадочному. Вот, я пользовался таким. В некоторых таких тонких работах можно одевать даже такие пилочки маленькие, чтобы что-то вырезать. Очень удобно. И также есть еще подобного плана, только это вот сверло. А есть еще, я себе купил там типа долото, что надолбит, ну, для деревообработки. Маленькие такие вставляются стамесочки, чтобы долбить. Но я им еще не пользовался ни разу. Вот. И мотор, вот он на этом самом, на ручке, на такой вот. Вот тут саморез выкрутился. Просто вешается, да, и педальки нажимаешь и работаешь. Многие, наверное, такие видели. Подобные стоят, вот кто занимается гравировкой, да, у них что-то, нечто подобное. Когда делают гравировку там на украшениях, еще где-то. Ну, еще тубусы засунули вообще не туда, где нужно быть. Это вентилятор вот такого типа. И самое интересное, здесь еще должны быть светильники квадратные. То есть, кто заказывает, это клиент из Беларуси. Он вот эти пластмасские квадратные убирает и ставит вместо них по размеру, они как раз эти светильники. Светодиодные фонари, да? Они в это посадочное как раз становятся по размеру. И таким образом получается и вентилятор, и светильник два в одном. Точнее, ну не вентилятор, вытяжка, ну поняли, наверное, да? Здесь труба соединительная и обратный клапан. Ну, здесь, я так понимаю, ящик будет очередной. Да. AdWords присылают мне подарки. Так, здесь у нас пила циркулярная нового типа. Это новинка. Вот ее, кажется, уже один раз заказывали, это еще раз заказали. Здесь уже есть другой вариант, зеленая циркулярка. Там диск на 150, здесь, кажется, диск на 165. И он, короче, пилит больше, чем 50 в глубину миллиметров. Тот зеленая это, циркулярка. Там 45,5. Ну, 5 миллиметров не допиливает она вообще. До 50. Так, каких-то тут еще непонятных вещей накидали. Так, сверло здесь точно не от пилы. Вот такая пила. Она аккумуляторная, если не поняли, да? Здесь такая специальная еще площадка для того, чтобы она как-то поднимается. Я не знаю, я не столяр. Каким-то образом она поднимается для того, чтобы делать какой-то выступ, что ли. И так можно пилить. То есть она часть вот эта опускается вниз. Вот, и довольно-таки компактная, маленькая. Здесь у нас 4900 оборотов. Также она работает на одной базе с другим инструментом Works от одного аккумулятора.
И вот так вот она выглядит. Маленькая, удобная. Очень удобно для тех, кто работает там кровельщики на крыше, либо где, в местах, где нет электричества. Потому что аккумуляторный инструмент, ну сами понимаете, да? Вся прелесть аккумуляторного инструмента в том, что его можно использовать в любом месте абсолютно. Не зависеть от проводов и от электричества. Так, а здесь у нас реноватор. Ну, здесь полностью в этом. Здесь пломба вот она стоит, не буду скрывать. Но это реноватор, полный комплект. Ящик, реноватор, зарядная и аккумулятор один. Вот его полностью комплектация. Про него также я делал обзор. Он есть у меня на канале. Я сам таким пользуюсь. Ну, в общем, у меня есть практически весь инструмент от Works. Поэтому, кто первый раз смотрит мое видео, знаете, практически вся линейка инструмента Works у меня есть. Я об этом тоже как-то снимал видео. Показывал весь свой инструмент. Я думаю, надо сейчас еще один раз снять. Потому что с того момента, когда я снимал то видео, инструмент еще прибавилось. Мне его еще больше стало. На прошлом видео я даже не все помещалось на столе у меня, когда я снимал. Не весь инструмент я даже выложил. Так, что-то еще от Works. Ну, это самый крутой шуруповерт, который у них есть. Умный, я так назвал его. Здесь все управление идет с помощью кнопок. Там три кнопки, которые управляются: сверление для саморезов и импульсное сверление. И самая главная фишка этого шуруповерта в том, что у него есть возможность, вот на фотографии показано, не патроном закручивать, как обычно привыкли закручивать биту либо сверло, а просто повернуть ручку, вот это вот синее кольцо, и он сам затягивает. То есть здесь самозатягивающий и самовыравнивающийся механизм. Из-за этого он умный, я его назвал. Плюс электронное управление. Вообще классный шуруповерт. Также он на 12 вольт, на 20 вольт. Также он работает на одной базе с другим инструментом. Вот, кстати, СВПшки, про которые я говорил, они как раз в этой посылке. Вот эта пластмасска, это одноразовая штука. То есть его поставил, когда плитка засохла, клей сбивается. А вот эта часть, она остается. Я про них рассказывал, показывал, я себе такие делал. И снимал видео отдельно. Вот эти как бы многоразовые, а вот эти одноразовые. А те именно многоразовые. И одна часть, и вторая часть. За счет того, что можно открутить и убрать. Так, здесь у нас ключи. Почему его не кладут в этот ящик? Специально под него ящик есть, но ключи лежат в этой упаковке. Не знаю почему. Вот так должно быть, в принципе. Так, ну это кран, я так понимаю, автоматический, который закрывает сам воду. Типа аналог системы, наверное, от протечек. Вот так вот он одевается. Ну, таким образом он работает. То есть обычный кран, и на него надевается вот такая вот башка, так сказать.
такой механизм. И все. Стоит он вообще недорого по сравнению с тем, что продается у нас. Ну-ка, вот эти как раз фонари, про которые говорил, квадратные светильники. Здесь их 8 штук. У меня, кстати, такие есть в наличии фонари, если кому надо. Только круглые вроде бы. Так, это диск на 150. Это для циркулярки, похоже. Для той, для зеленой. И здесь еще двигатель для... Да, для пилы, кажется, двигатель. То есть были заказаны запчасти, именно двигатель для циркулярной пилы, для зеленой. Это к вопросу о запчастях. Уже неоднократно об этом говорил, что любые запчасти на инструмент, который можно заказать в данный момент, также можно заказать и запчасти, если вам нужны. То есть с этим проблем нет. Не ломается только тот инструмент, который не работает. Так, это вот насадки такие. Я как-то добавлял на сайт. Мне понравились. Для шуруповерта. Сделано по четырехгранник. И всевозможные насадки. Тут разного размера они. И формы. Вот. Также здесь вот такие еще есть. Которые приклеиваются на липучку для полировки. Походу вот так вот. Раз и все. Поэтому, если кому надо, тут видите, сколько их много разных насадок. И на шуруповерт, на дрель, куда угодно можно одеть. И что-то зачистить, отшлифовать. Это насадки для мини-мойки Works. Комплект из 4 штук. Вот это, кстати, мне очень нравится. Это она гнется под 90 градусов, чтобы днище мыть. Классная штука. Обычная насадка. И вот такая. Такая вообще зачетная. Я уже показывал, сейчас еще раз покажу. Она такая мощная, красивая. И в то же время здесь стоит какой-то редуктор. Когда давление воды пошло, она и моет, и крутится. Это хорошо диски мыть автомобильные. Вот видите, показано, да? Она и моет, и крутит. Вообще классно. Придумают же. Так, и еще фонарь. Я уже как-то показывал его. Уже тоже неоднократно заказывал. Это новинка 2019 года. Но здесь только фонарь Words. Он и фонарь, и пауэрбанк. Два в одном. И от него еще можно машину стартануть. Аккумулятор. Вот. А полная комплектация. Там еще есть насос. Там такой есть чехол под него специальный. И в чехле насос. Вот это вот полностью комплект. И недавно мне клиент один звонил, рассказывал. Он себе такой покупал. И очень доволен. И что штука реально работает. Поехали они в лес на квадроцикле, на охоту. У них, короче, там сдох аккумулятор. Вот они реально от этого вот стартанули. Зарядка есть. Здесь 5 режимов работы. Он также горит красным, как аварийка можно. Здесь есть магнит, чтобы поставить его на капот автомобиля, да, вот этой частью. И он будет работать как аварийка. Также он еще мигает. И еще дополнительно здесь фонарь есть. Вот.
Здесь много выходов всевозможных, чтобы заряжать свои аккумуляторы на телефоне. И также выходы под крокодилы, чтобы можно было стартануть, если вдруг у вас разрядился аккумулятор в машине. И вот человек, он же как бы давно со мной, то есть у меня нет причин ему не верить, что реально эта штука работает. То есть они стартанули аккумулятор на квадроцикле. Все заработало. И поехали дальше. Это сумка для инструмента. Их постоянно тоже заказывают. То есть практически в каждой посылке она есть. Так, ну это похоже щетка для также мини-мойки Works. Ага. Вот она. Отдельная щетка. Насадка. Ну еще один комплект ключей. Это я не буду перекладывать, пускай так и будет. Это ключ универсальный. Вот так он выглядит. И здесь получается, сейчас скажу, вот какого размера. От 4 с этой стороны до 16, с этой стороны от 12 до 19. А нет, подождите. От 8 до 11. И с 12 до 19. А здесь как-то других этих указано. 3/4, 5/8. Просто крутишь, одел на гайку. И таким образом она зажимает гайку и крутишь. Очень классный, удобный ключ. Он довольно-таки мощный, толстый, хорошего качества. Также их много раз заказывали. Так, ну это колба. Здесь еще будет этот. Я как-то показывал, делал обзор. Блендер аккумуляторный. Там, наверное, дальше он лежит. А это дополнительно к нему колба, крышки. Блендер вообще крутой. То есть его можно просто взять с собой куда-то. И он, этот аккумулятор, работает и взбивает очень классно. Можно сделать себе там всевозможные коктейли, смузи, пюрешки, все что угодно. Даже я делал молочные коктейли, фраппеди я на нем обычно всегда делаю. Он маленький, 22 тысячи оборотов, то есть четко все взбивает, вообще классно. Лед этот разбивает просто в щепки. Это тоже украшения вот такие. Так, это весы напольные. Тоже их много раз заказывали, эти весы. Они заряжаются от USB. Вот оно. Такой стильный дизайн у него. Классный. И заряжается он от USB. Шуруповёрт с двумя патронами. Тоже неоднократно его заказывали. Также я делал про него обзор. Очень классная штука. Здесь уже патрон сделан специально как бы под биту. Не надо ничего затягивать просто. Вот так оттянул, поставил биту и все. Сюда сверло, допустим, сюда биту. Просверлил, нажал кнопку, перевернул, закрутил саморез. Вообще классно. Электронное управление также здесь. Но есть комплектация без аккумулятора и зарядного. То есть это уже как бы заказывают клиенты, у которых уже есть этот инструмент Works. Как я уже сказал в самом начале, что данный инструмент работает от одного аккумулятора. Можно иметь в наличии там 10-15 инструментов. И всего два, допустим, аккумулятора. Этого достаточно. И одно зарядное. Надо тебе шуруповерт, взял шуруповерт. Надо перфоратор, взял перфоратор. Надо тебе мини-мойка, взял мини-мойку. И все от одного аккумулятора работает. Очень удобно. Так, это тестовые штуки такие, затирки.
Это один клиент у меня, вот который вентилятор тебе заказывал. Он ремонтами занимается в Беларуси. И вот заказал как бы образцы, как они выглядят. Только это другого производителя. Он сам где-то нашел, не знаю. И вот он, тестовые образцы, чтобы иметь представление вживую, посмотреть, как они выглядят, вот эти тесты. И, соответственно, подбирается по цвету, да, и потом вот они даже под номерами подписано, какой номер. И просто номера указываешь и все. Потому что, видите, тут белого оттенков раз, два, допустим, три, четыре, пять. Порядков пяти различных оттенков только белого. Поэтому подбирается под любой цвет, любые нужды. Кроссовки. Здесь, кажется, еще должна быть пара или две кроссовок. Это для теплых полов. Подложка, фольга. Потому что вот еще две группы. А в том, наверное, мешке было, в коробке точнее, было, наверное, 16 групп. А это две группы отдельно. Две группы это две, как сказать, две петли. Каждая петля примерно по 230 ватт. Это одна группа и длиной около 12 метров. Но если сложить пополам, где-то около 6 метров, да? И примерно 230 ватт у них идет потребляемая мощность. Ну, здесь они уже как бы спаяны, только осталось подключить и все. Это клещи для зачистки изоляции. Я такие себе покупал, наверное, года 3 назад. Классные клещи. Делал обзор, про них показывал. Ну, это тоже украшение. Свадебные там заколки всевозможные. А вот, кстати, набор шарожек, про который говорил, вот, чтобы на тот гравюр подключать, да? Вот, видите, тут такой комплект огромный. Чего только нет. И, соответственно, вот они посадочные. Но здесь как бы все одинаковые. Хотя вот, наверное, есть адаптеры, переходники, не знаю. И всевозможные вот они, шарошки и щетки, все есть. Так, все, что остальное выгрузил, мелочевку. Сейчас просто буду доставать, чтобы не освободить коробку. И обратно складываю туда. Ну, это такие железки с магнитами, какие-то магнитные, не знаю для чего они. То есть, как и в прошлой посылки были. Ручки, что ли, какие-то, не знаю. Ну, один клиент заказывает всевозможные эксклюзивные товары. Для каких нужд, не знаю. Так, это гидроизоляция. Про это я тоже как-то много раз рассказывал, показывал. Которая подходит абсолютно для любой поверхности. Можно заклеить крышу, стены, потолки, даже асфальт. Заклеил и забыл. То есть она намертво прилипает. Основа очень липкая. Сверху идет алюминий. И ширина от 5, вот это самая узкая, 5, есть 15 сантиметров. И длина там до 15, до 10 или до 15 метров. И штука очень классная. Ее много-много раз уже заказывали. Ну, кто занимается ремонтом или что-то, один клиент заказал 4 бухты вот таких больших, 15 шириной. Так, это похоже очки. Но я про них как-то показывал, уже рассказывал, и себе такие покупал. Нет, сначала клиент один купил какой-то. Я их добавлял на сайт. Они титановые, они тонюсенькие, дужки. Они сделаны из титана. Здесь только вот такие убрал. Смотрите. Вот. Предыдущие распаковки я показывал, одевал. Вообще классные. Сейчас вот я езжу, да. Вообще, они вот одеваешь их, и ты их не чувствуешь, что они на тебя одеты. Они до того легкие,
и удобные. Вообще класс. И ни капли не устаешь. В том плане, что когда вот бывает, что дужки давят сильно на переносицу, эти вообще не чувствуешь. Это насадки для реноватора. Всевозможные. Реноватор я уже показал. Это похоже к нему насадки были также заказаны. Это тоже какие-то разъемы, деталюшки для ремонта. Здесь у нас ступенчатые сверла. Тоже их постоянно заказывают. Классные и дешевые. У нас такое сверло, наверное, 1500-2000 будет стоить. Даже, может, дороже. Одно сверло. Так, это у нас лазер для плиткореза Вандели. Оригинальный, который крепится на сам плиткорез. Ну, а здесь бокс для батареи с кнопкой. Просто некоторые заказывают отдельно лазер. Видимо, у них есть какие-то плиткорезы. Их можно и на автоматический, и на ручной поставить. Вот. Ну, плиткорез есть, а лазера нет. Вот и покупают. Отдельно заказывают лазер. Так, это у нас переходник. Не помню только с какого инструмента, на какой. А вот есть. С Milwaukee на Works. Вот такой переходник, адаптер. Что такое переходник? Это вы, когда берете, допустим, аккумулятор от Bosch, да, и ставите его, подключаете к Makita или Milwaukee, или еще к какому-то. Вот это и есть адаптер. Вот так они выглядят. Уже заказывают неоднократно их для разного инструмента. Даже мне тут спрашивают, а как вот на другой инструмент. Ну, ребят, от меня не зависит. Все, что есть у китайцев, есть у меня на сайте. Если есть какие-то новые модели, я буду добавлять. Если вы найдете какую-то модель интересную, тоже мне пишите, я добавлю на сайт, не вопрос, привезу. Потому что много инструмента. Буквально вчера писал кто-то на ютубе, типа с Hilti на, блин, не помню на какой инструмент. Ну, Hilti точно был, на какой-то переход тоже адаптер. Это пилки для лобзика. Комплект, вот он, набор полотен. Ну, еще выключать это, фонари. Вот такие. Эти, кажется, побольше даже по размеру. Те вроде бы поменьше. Так, еще какие-то запчастюльки. Это коронки. В каждой посылке они приезжают по несколько штук. Бывает, что десятки штук. Потому что, как правило, люди, кто занимается, они сразу берут там каждого размера по несколько штук, чтобы они всегда были в наличии. Так, ну это похоже эти вот, да. Блоки управления для теплых полов. Вот они как выглядят. Ну, мне подобные. Я просто ставил для себя, ну, для обогрева этого, как я рассказывал. Коробки дверной. Ставится буквально там минимальная температура и все. Здесь какой-то диск. Так, бошевский на 150 по камню. А это, кажется, заказывали для этой циркулярки Works зеленой. Я просто говорил неоднократно, что ставил на нее диск, только диск ставил побольше размером. На 180 чехол только снимал. Ставил диск и делал, вырезал подрозетники для
розеток китайских, потому что китайские розетки, они квадратные, не круглые, как у нас, а квадратные подрозетники. Соответственно, и глубокие где-то с сантиметра 4,5, около 5. Вот. И нужно было чем-то вырезать. И я вот на циркулярку одел такой диск, подключил пылесос и все вырезал. Так, вот он наш чудо-аппарат. Работает. Ну, блендер аккумуляторный. Сколько у него тут? 16. А, чуть ошибся. Это 22 тысячи в сетевом у меня. Здесь 16,5 тысяч оборотов. Просто берете его с собой на природу. Если есть такая необходимость, на дачу. И делаете коктейли. Очень классно. Заряжается просто по шнурку. Его даже можно заряжать от пауэрбанка. От прикуривателя автомобиля можно заряжать. То есть вещь очень универсальная. От электричества абсолютно не зависит. Это тоже набор шарошек, но они все порассыпались в этой коробке. Собирать не буду, смысла нет, они все равно рассыпятся, пока будут ехать до клиента. Это такой вот деревянной коробочкой они. Ну и последний, это опрессовщик. Также неоднократно я его показывал. Для опрессовки систем отопления, водоснабжения, теплых полов. Ну, везде, где нужно опрессовать систему перед запуском и сдачей. Здесь шланг высокого давления. И, соответственно, сам манометр, насос, все как положено. Этот вариант до 25 атмосфер. Есть еще до 40 атмосфер. Ну, не знаю, где 40 атмосфер можно использовать для системы. Там отопление, либо для теплых полов там достаточно 4-5 атмосфер. Для автономного отопления этого достаточно вполне. Вот. Ну, в принципе, все, что приехал и показал. Будут вопросы, спрашивайте. Также делайте заказы, оформляйте. Если какой-то товар нужен, но его нет, можно написать мне на почту. Либо поискать самостоятельно на Таобао. Потому что некоторые спрашивают про товары, которых я даже понятия не имею. И искать их тоже смысла нет, потому что его может быть просто физически не быть в Китае на Таобао. Где-то картинку видели, да? Вот мне нужен вот этот. Но если его нет на Таобао, где я его возьму? Моя задача доставить товар. Если он есть, я привезу. Если его нет, то уж извините. С такими запросами ко мне обращаются очень часто. Поэтому, если вам нужно что-то конкретное, вы можете самостоятельно поискать. Потом мне ссылку на этот товар, и все приедет. Привезем. Ну вот все. До новых встреч.